Наша Динка, грозная немочка. Немка она у нас, немецкая овчарка. Ее к нам привели, не к нам, привели в ветлечебницу усыплять. Ей было 4 года. Ну, как банальная история. Взяли к утенкам сыну, поигрался года 3-4 с ней. Сказал, что будет ухаживать. Потом возраст подростковый, стал уже не нужна эта собака. Она уезжает в Москву, женщина эта, на заработки. И, как всегда, собака не нужна. Привезли на усыпление. Вы представляете, усыплять привезли. Конечно, я ее взяла. Девчонка, конечно, была невоспитанная. Мне пришлось потратить очень много времени, чтобы войти к ней в доверие, потому что она не подпускала никого. Ну, да и сейчас она, кроме меня, никого не подпускает. То есть такая защитница, охранница, но тоже капризная. Ну, подстраиваемся, как-то подстраиваемся под нее, под нашу картинку.